Донести до сведомости детей у гульневой форме постулаты основ беспечной жизнедеятельности. Такую задачу ставили перед собой организаторы мероприемства у детской поликлиницы номер один. Тут прошло театрализованное представление у форме конкурса викторин на тему беспечных каникул и правила поводин у разных ситуациях маленьких жихаров города над Богом. Представь, что ты находишься дома и произошел пожар. Как будешь называть спасателей? Что будешь говорить? Покуль что пытания детского травматизма застаются актуальными у Брестской области. А лето тая пора, когда дети часто застаются сам на сам и не ведают, что можно, а что нельзя робить и как вести себе у разных складанных ситуациях, которые могут шкодно поуплывать на их здоровье и привести до больше складанных наступств. Мы решили провести вот такую акцию, обратить внимание детишек, родителей на безопасное лето. Лето должно быть для того, чтобы детки были здоровы, укрепляли свое здоровье, росли, а ни в коем случае, чтобы не было каких-то печальных исходов. Поэтому сегодня мы вместе с Агропромбанком вот проводим такую акцию, где еще раз обращаем внимание детей, родителей, как себя вести на воде, как хорошо гулять, как и какие-то проводить игры на свежем воздухе. Белагропромбанк не стоит в стороне, и все социальные проекты, большинство социальных проектов, которые направлены на поддержку детей, на поддержку здоровья и охраны детей, мы поддерживаем. Мы понимаем, что дети – это будущее. У нас очень много интересных проектов с детьми Республики Беларусь. Это и программа «Расти большой», и программа «Прикосновение». И поэтому, конечно, в преддверии лета, в преддверии каникул, уже, которые сегодня наступили, мы хотим тоже обратить внимание совместно с врачами, поучаствовать в этом мероприятии. Юрий Петлюр, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».